С наступлением холодов в городе начали свою работу пункты питания для малообеспеченных горожан. Пока их только два, но их количество должно увеличиться. Ежегодно сотрудники Красного Креста в конце осени открывают мини-столовые для малообеспеченных. Центральный пункт питания в районе Анголенко, в главном офисе Красного Креста по улице Горького, 4. Здесь пищу могут получить желающие в понедельник, среду и пятницу с 11 до 12 часов дня. Нуждающиеся люди могут в холодное время и в теплое летнее время прийти просто покушать и согреться. По Шевченковскому району у нас в данный момент накормление. У нас два раза в неделю, как я уже сказала, по вторникам и четвергам. За раз около 60 человек. 100 человек в неделю кормим. Традиционно программа пищевых пунктов для малообеспеченных осуществлялась при поддержке горсовета и обладминистрации. Исключением стал Шевченковский район. Здесь помочь вызвался частный предприниматель. Горячими обедами незащищенные слои населения кормят во вторник и четверг с 11 утра. Здесь происходит кормление людей, которые не имеют возможности сегодня себя обеспечивать сами. Приходит от 30 где-то до 70 человек в разное время года, конечно, по-разному бывает. Зимой больше людей, летом немножко меньше. Но тенденция. В обществе Красного Креста отмечают, с наступлением холодов, чтобы охватить как можно больше нуждающихся, пункты дислокации пищевых точек могут меняться.